Как говорится, наливай, а то уйду. Наливай, а то уйду. Ребяточки, всем здрасте. Уходи, а то налью. Всем привет, всем привет. Вы на канале «Пиратская жизнь». И снова с вами Нина и Владимир. Так, у нас сегодня вкусный ужин. У нас сегодня наши, ваши и вовановские любимые спагетти. Увидели, как он их ест? Уникальный шанс. Спасибо. Так, налил нам минералочку на ужин. Так, у нас также, смотрите, вот салат с капусточкой. Я тут нашла капусту, надо ее срочно-срочно применить куда-нибудь. Так, маслиночки на закуску, и все. И вот так вот у нас спагетти. Только подцепи, чтобы красивенько было. Так. Давай сделаем вот так, заставку. Давай. Ловко. О, давай, и сюда. У тебя упало. Ладно, я потом поймаю момент. Так, у нас с печенкой, с подливкой. Вот, сейчас можно будет помешать все это дело, будет очень вкусно. Подливочки еще много осталось. Вот печенку завтра, наверное, доедим. Надо опять что-то готовить. Так, суп я сварила. Надо что-нибудь второе сделать. Вот. Вкусненько. Сейчас что-то лежало, знаете, так голова что-то разболелась. Померила давление, давление нормальное. Сколько у меня было? 123 на 86 на 73. Где-то такой. А не понимаю, если что болит. А он сейчас пошел везде окна открыл. У нас реально сейчас погода меняется. Снегопады. Вот и... Походу, какой циклон. А, ну да, циклон Ваня. Иван. Так сказать. Снега навалила. Тьма. Сейчас все соцсети переполнил. Что невозможно. Как там вообще по городу двигаться. Мы вот опять дома провалялись. Но я сейчас делала упражнения, которые мне врач прописал. Кстати, реально, знаете, вот мне полегче, прям ноги становятся, когда вот я делаю вот эти упражнения. Делаешь немножко больно ногу. То есть там всякие махи, там задержки и так далее. Тяжело идет. Но потом как-то легче. Не знаю, через боль, так сказать. Ты думаешь, что так легко будет? Я вообще надеюсь, что у меня просто пройдет вот это вот, и нога не будет болеть. Да, ну, кроме того, что пройдет вот то, что я свезла опять ее, мне надо перестать болеть. Она почему-то не проходит. В общем, надо раскачивать себе ногу. Не ногу, а ноги. Надо их разминать. Я стараюсь каждый день делать упражнения. За мной Иван сидит. Ты, видимо, плохо это читала выписку. Да. И что там написано? Там написано физиотерапия. Ну, физиотерапия это вот как раз вот это вот магнита и ЛФК. Нет. Да. Это отдельно. Магниторезонансная терапия. Вот. ЛФК и плазма. Это все вкупе. Ну, а ты не делаешь ничего? Я не делаю, зачем это не делаю-то? Делаю. Так все на уколы уповаешь. Физиотерапия это физио. Я тоже спрашивала у врача. Физио это вот ты сейчас должна это делать. Это не физио, это тренировки. Это физио. Физио это как раз магнита и... Я тебе серьезно говорю. Это вот то, что вот я делаю, магнита. Где там физио? Просто лежишь... Физические просто. Явления, магниты и электрика. Не электроны, блин, вставляют в ногу. Не электроны, а их током меня бьют. Понимаешь? Малых этих. Физио – это физические упражнения. Я тоже так думала. Физио, это... а не физика. А при чем здесь физика? Да потому что. Это вообще я другое. Спрашивала у врача, ну что ты, блин, это другое споришь? Вообще. Вот найди. Ты что, споришь со мной? Да. Я раньше тоже думала, физио это как раз вот это вот, физические нагрузки. А отец, это другое. Когда у него гипс сняли, на физиотерапии ездил. Сейчас заткнешься, если я тебе. Просто не могу, блин. Как меня бесит вообще. Ну, и главное, будет спорить со мной, пока вот к носу не ткну. Так. Полезла в Google. Физиотерапия коленной суставов. Что это? Так, необходим для комплексного лечения
дегенеративные заболевания опорно-двигательной системы. Существуют разные способы устранения неприятных симптомов и замедления процесса разрушения. Используются инфракрасное, ультразвуковое воздействие на сочленение, а также электрический и магнитный ток, тепловое влияние. Все это вернет человеку возможность вести активный образ жизни. Где хоть что-то про физические нагрузки? А при чем физические нагрузки? Когда физические упражнения? А какие бывают физиопроцедуры для колена? Вот. Магнитотерапия, как раз как мне делают. Лазеротерапия, электрофорез, как раз как тоже мне делают. Электромиостимуляция, улучшение работы мышц путем воздействия. Где хоть какие-то физические нагрузки? Вова. Ты не так вводишь. На, введи. Вообще, введи, что это такое? На, введи. Что такое физиотерапия? Давай. Давай. Ты извинишься? Я сама думала. А потом мне врач сказал, что нифига, физиотерапия это вот как раз. То, что вот я лежу там по 20 минут на каждой процедуре. Да он поспорит сама, а? Ну. Отвлекся от еды аж. Ну. Да, и вот эти все приборы. Вот, видишь, это физиотерапия. Что? Физический терапевт. Физический. А вот. Ты? Физиотерапия не от слова физическая нагрузка. В медицине это другое совершенно значение. В так называемом западном определении... Называется это физиотерапия. Это услуги, оказываемые физиотерапевтами, пациентам с целью развития, поддержания, восстановления максимальной свободы движения тела и функциональных возможностей на протяжении жизни. Услуги предоставляются в случаях, когда функциональность и подвижность тела нарушены в результате старения, травмы, боли, болезни, расстройства, состояния или факторами окружающей среды. Это физическая терапия. С пониманием того, что полнофункциональные движения – это важнейший фактор здоровья. Ты читаешь физические. Это не физические. Вот тебе прям четко написано, прям выделено синим, что физиотерапия. Где? Физиотерапия понимается как область клинической медицины, изучающая лечебное действие естественных и искусственно созданных природных факторов на организм человека. Как раз вот магнита, электро... И упражнения. Да и где? Там. Читай лучше. Ой, вообще. Физиотерапия. Вот, вот тебе, пожалуйста, физиотерапия, вот тебе, пожалуйста, вот, вот эта вот фигня, вся вот эта присоски, вся вот эта херня, где хоть какие-то физические нагрузки, вот, видишь, вот эта вот фигня, которая ток через себя отпускает, вот, которую мне херню тоже делают, вот, вот, видишь, вот эта вот магнитная херня. Это уже для тех, кто не может поднимать ноги. Хорошо, тогда как это называется? Как это называется? Я тебе говорю еще раз, я тоже... Сначала спросила, у меня там, говорю, прописана физиотерапия. Я говорю, значит, он тебе дал упражнение для чего? Это не физиотерапия. Блин, за что вообще? Это часть. Ой, это не часть. Короче, вот видите, какой у меня муж. Все. Вот с ним спорить, он себе дороже. И он, понимаете, вот смысл в том, что я знаю, что я права. Но я иногда признаю, что он прав только ради того, чтобы прекратить спор. Потому что он будет спорить до последнего. Для него физио – это все. Понимаете, физио, вот физио – все. Вот залыпался. Вот к врачу пойдем, спрошу. Иди завтра. Не пойду. Все, все, пора. А ты любишь же поспорить, а? Причем вот эта физиотерапия, она, кстати, еще в советское время была изобретена. Для того, чтобы как раз все вот эти вот лечебные сон, гидромассаж, и прочее, это все физиотерапия. То есть это воздействие природных явлений на организм человека. Природных явлений. Как-то ток, магнита и прочее.
Он мне на ногу ставит два вот таких вот шарика. Вот так, раз-два. Я просовываю эти шарики ногу. Они между собой там, видать, гоняют какие-то электроны. А у меня вот в этом как раз в пространстве нога. Она мне так показывает эти два шарика. Я говорю, а у меня пролезет вообще нога там. Они вот по кругу, вот как у нас лампа. Вот примерно такого диаметра. Понимаешь? И там, считай, я прям вот ногу вот так вот раз. И они, ну, вот так и двое. Знаешь, как делают? Ой. Там тоже такой большой только круг. Тебя туда просовывают. И включают его. Угу. Вот почему у меня голова болит. Это же ты. Что мне споришь с собой? А я не могу, вот, понимаете, я не могу. Так вот, то, что я реально знаю, не могу. Говорит, ладно, ладно. У меня тоже, блин, знаете, прям вот это кипит. Когда я в чем-то сомневаюсь, он меня 100% переспорит. Причем даже не переспорит, он просто будет как настырный баран себя вести. Ты так. А я говорю, как умная лиса, просто это, соглашаюсь. Он... В голове думаю, вот дурак. Спорщик. Вот так сидим, спорим целый день. Я тебе говорю, у меня отцу, когда у него был лом, ему одевали на ногу какой-то это скелет металлический на шарниры. И вот он так же, как брусья, ходил этой ногой. Это не физио. Разрабатывал. Еще раз прочитай. Физические воздействия. От слова физика. Физические явления. Они физические в плане физической культуры. Не обязательно. Вот видите, я ему уже ткнула. Продолжаю спорить. По-моему, Машка выкинула, которую мы там врач прописал. Какой? Которые вот это физиопроцедуры и прочее. Да. Тебе же ничего не надо. Не надо. А там отдельно это все через запятую. Физиотерапия. Магниторезонансная терапия. Там не было вот этого магнита. Электрофорез. Там физиотерапия и в кавычках. Электрофорез и магниторезонансная. Это одно и то же. Точнее, это одно из. Хочу спорить. Физиотерапия – это комплекс вот этих всего. Нет, не комплекс, блин. Да, это комплекс. Что, я убью, наверное, когда-нибудь, а? Мне кажется, его легче убить, чем с ним переспорить. Он же не просто так... Все, ладно, хорошо, это комплекс. Дурак. Сама дура. Я сегодня сделала то, что надо? Сделала. Все. Не сделала. Слушай, салат. Ну что, Бог, лучше ешь. У тебя вот этой головой лучше получается кушать. Да. Да. Тебе про Фому, а ты про Так я Ерёма. Тебе тоже про Фому, про Ерёму. Не веришь мне, да. Прочитай в интернете. Ты же ему больше доверяешь. Я тебе прочитал. Ой. Ты не веришь. А пускай люди нас рассудят. Там же у нас полно медиков сидит. Кто прав? Потом это показывает погоду. Фишка в том, что вот после вот этих вот нагрузок, которые мне прописали. В общем, короче, махи ногой. Дальше потом задержка на несколько секунд. Поднятие задержки. Да. Велосипедик вот я делаю. Ну, это, ногу задираю до этого, лежа живота. В животе. Да. Руки пошли. Что там еще? Ну, короче, такие вот. Реально, кстати, легче после. Она, кстати, похрустывает коленка. Раз это хруст. Забавно. Я сказал нормально.
Ну, артез, она не носит. То, что вот доктор... артез я не ношу, да. Я такой плохой человек. Артез не ношу. Я ношу только тот тайский, который был. Он снимает нагрузку с ноги. Он не снимает нагрузку с ноги. Он всего лишь фиксирует сустав в случае того, что если вдруг нога съедет, чтобы оно у меня остался в чашечке. Потому что у меня нету держащих этого. Как называется там? Штук. Элемент. Да. Ой, так, салатик. Ну, так всегда сейчас горяченькая, а потом салатик. Напоследок. Че маслинки нет? Я вот нашел. Ты не украшаю, украшаю. Да ладно, не даешь. Ты меньше бы спорил, извини. Споришь тут. Знаете, он меня очень не доверяет. Вообще. Говорю, когда были тогда в Таиланде первый раз, попали на фудкорт. А там вот эта вот система, на карточку кладешь, ну там идешь, эта карточка там туда-сюда. Так это мне такую там истерику устроило. Да я не пойду, да ты сейчас деньги просрешь. Да там я не знаю, как делать, туда-сюда. Стрел какого-то алкаша. Он сам признался, представился. Я алкаш из Питера. Вот, и, короче, этот ему рассказал, как пользоваться этими карточками, и это такой пошел. А мне, так вообще, я, главное, посмотрела ролик, я знала вообще, как это все делать. Мне он не доверяет. Ну, никак вообще. Пока ему кто-то другой не скажет. Вот мое мнение, нифига. Сама до конца не знаешь. Я знаю. Я что-то видела, где-то что-то слышала. Но тело что-то задержал, что-то вылетело. Ой, хорошо, что у тебя всегда ветер гуляет. Я тут даже не понял ни хрена. Ты. Не поняла ничего. Да, да. Доставка. О, просто ешь. Он спорит со мной, и спорит. На полке. Вкусненько. Соленький. Да, знаете, прикольно вот так дома несколько баночек иметь. Чисто вот так, как закусочку поставить. Маслинки. Можно заморочиться. Там маслинку, черри, кусочек колбаски. И кусочек сыра еще. Кубиком прям порезать. Такие классные закуски получаются. Супер. Ничего практически делать не надо. Вредный человек. Побрейся. Я? А то опять уже, как дед Мазая брос. Я такой фоткался на паспорт. Побрейся. Бородатым. Побрейся. Колешься. Кстати, вот я позвонила, поругалась, уже поменялся статус, уже оформляется. Прямо, кстати, паспорт уже начал оформляться. А пока не будешь ничего выяснять, клиент кому-то нафиг нужен. Главное, что правда добиваться. Я не могу это салфить. Вот смотри, сколько такие вот появятся авиакомпании. Да, они уже есть. Вот такие вот, эконом. Не эконом-класс, а компания. Так он за пилота и за стюардессу.
чурно. Нифига себе. Уникальный случай. А он жует макароны. Чё это с ним? Заболел. Целый день сегодня дрыхнет. Как с урок, просто целый день. Только где-то поспит. Только где-то приляжет сразу. Начинается. У тебя вчера было, у меня сегодня. Да. Спячка. Потому что надо спать в нормальное время. Я спал. А ты меня разбудил, как всегда. И то я тебя разбудил уже через 2 часа после того, как сама проснулась. Я тебе сегодня еще ни разу не прилегла, а ты уже 2 раза успел поспать. А ты вчера? И что? Будем считать, кто сколько раз? Будем считать то, сколько в итоге. Я целый день что-то делала. То здесь что-то поделаешь, то тут я что-то поделаешь. А ты что делаешь? Салат порезал. Салат порезал, у нас суп маленький. И все. И все на суп. Да. А я уже завтрак приготовила, обед приготовила. Где завтрак? А сегодня вот ты кушал чего? На стол вот накрыто было. Пельмешки были отварены. Все готовое было. А все прям готовое. Да. Только вот вытащи из холодильника и поставь, да? Да. Нифига. К сожалению. Если бы так. Даже банально все красиво разложить уже. Кстати, с супружеством я не могу прям. Найди себе женщину, которая не будет, только чтобы постоянно кивать головой. Только там, пардон, все решения придется тебе принимать. И зарабатывать, и обеспечивать. Да, да, да. Полностью ее. Конечно. Да. Если ты будешь приносить там 30 тысяч в месяц, мне придется услышать ее истерики. Из-за того, что до хрена мало денег. Да, да, да. Конечно. Да, многие пишут, ой, ему нужна другая женщина, туда-сюда, он будет с ней расцветет, мужиком себя почувствует и так далее. Девочки, мальчики, он со мной сошелся далеко не мальчиком, далеко я не 16-летним его взяла. Да-да-да, именно так взяла. Да, конечно. Тебе сколько лет-то было? Мало. 33 годика. И сколько уже? 30. Даже. 34 годика, во. Уж, наверное, до 34 годиков он должен был себе уже кого-то найти-то. А получается, не нашел. Ни одна женщина его не вытерпела. Только я страдальца его вытерпела. У меня с руками, с ногами бы. Хоть одну печать в паспорте мне покажи. Я сам не хотел. Ну да, конечно. А что ты не хотел-то? А со мной, блин, захотел. Значит, это самое. Ты заставила. А где? Да. Даже в этом записано. Ты свободен. Уходи. Да, да, иди, конечно. Собирайся. Допи свободен. Хозяин отпускает его. Да, да, да. Да, давай. Поздно. Свободен. А что, поздно? Все, никогда не поздно. Иди. Иди, 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 иди. Прямо сейчас иди. Ты мне всю жизнь испортил. Ты молодость на тебя потратил. Да, да, да. Мои лучшие годы. Мои лучшие годы. Да, да, да. На, ешь салат, не хочу. Я тоже. Ты что, ты уже наелся свой салат? Я уже 2 съел. Третью. Ну, конечно. Ну, реально не хочу. Я тоже. Я уже устала его жевать. О, Букина. Это новое. На, кстати, посмотри. Прикольно. Ностальгия идет. Ой, этот играет. Шурика. Это новый фильм. И Иван Васильевич меняет все. Mm-hmm. Это на Новый год, типа, по пародии. С песнями, прясками. Mm-hmm. Кушай, кушай. Не хотел. Я и так уже 2 съел. Ну что? Какой-то видите, ты отказываешься. Вова, там нету авокадо. Серьезно? Короче, вот так. Я же тебе не слон. Вот. Пол кочана есть. Почему не слон? Я не хочу, чтобы у меня выросли.
Что? Как у слона? Ты не слон? Бухните сзади вот его тащить как хвост. Ты не слон, зато в туалет ходишь как слон. Признаки остались. Аж по два раза. Смотри, обкакаешься. По два раза спускаешь, потому что не спускаешь слишком много. Все трубы забиты. Вот, давай. Ты сам говорил, это вот для того, чтобы спокойно ходить. Ой. Все. Ой. Короче, смех проливает жизнь. Что, не надо передергивать? Шо? Где? Надо, надо. Тебя нужно всегда в тонусе держать. А вообще, Добби свободен, хозяин отпускает его. Mm-hmm. Девочка, смотри, вот, пожалуйста. Всё, молодость на тебя потратил, блин. Да-да-да. Редиска злая. Был молодой, красивый, стройный, богатый был. Вот именно, стройный. Богатый был, да? Да. Оператор видеонаблюдения. Остал. Надзорщик кровати. Передавай. Все, ладно, всех любим, всех целуем. Увидимся, пока-пока. Подписывайтесь.